Список лидеров программы «Ашык» обновили в Североказахстанской области. Более 1000 чекинов посетителей зафиксировали в бассейне университета, фитнес-клубе «Нептун», кафе «Достар», кинотеатре «Синема Парк» и ресторане «Миджагер». Последние к проекту подключились 27 мая. Помимо этого, здесь провакцинировались более 95% сотрудников. Теперь присвоенный статус позволит объекту работать по ограничениям желтой зоны, а значит, увеличивается время и количество посадочных мест. Действует послабление 2 недели. Важное преимущество в программе «Ашык» – это то, что он дает нам право работать. Потому что на протяжении года был локдаун, был карантин. Не все гости сначала знали, для чего эта программа, для чего она нужна. При входе мы доступно объясняем, что это для того, чтобы обезопасить наших гостей, жителей города Петропавловска. Североказахстанские предприниматели очень активно подключаются к программе «Ашык». У нас на сегодняшний день более 1000 подключилось объектов. Программа «Ашык» дает уверенность людям. Во-первых, это, наверное, сделано для того, чтобы посетителей обезопасить. То есть клиент, приходя в такое заведение, он понимает, что среди клиентов, других клиентов, нету лиц, которые являются носителями COVID.